27 мая 20 год. Вот мы на Виастрада Арджини до Бетонскави. Это, так скажем, камнеломня, да? Вон она, красавица, стоит антенночка. Вот. То, что тут перекрещивается, это свет, прожектор со светом. Но вот после этого прожектора, после вот этой антенны, начинается территория ничья и нигде. Вы ее в гугле не найдете. Потому что если раньше мы считали, что мы в Парме, теперь мы не знаем где. То есть номер нашего дома находится вот в этой вилле. Вон там, где пешеходный переход. Там 68 номер. Я живу в 78-м. Вот. И практически по левой стороне начинается мой дом. Это где-то 50-70 метров через дорогу. Вот, после этой антенны. То, что мы, как говорится, terra di nessuno, ничейная земля, но это уже другая история. Вот это вот писта Чиклабеля, по которой я еду, велосипедная дорожка. Она должна была закончиться в следующей деревеньке, которая называется Базилика Нова. Ну, как всегда, кушать хотелось сильно. И деньги кончились раньше. Вот она, эта антенна. А вон где поворот, такой вот, с левой стороны, там, за деревьями, мой дом.